Это настоящее безумие и отвага. Килограмм грудок, например, то есть максимально ел сложные углеводы, сколько просто мог. Поэтому много мифов, то, что говорю, хаммеры там ушатанные вообще. Если уж не на качков смотреть, то на девчонок можно. Друзья, мы, как обычно, в гостеприимном клубе SportLife. И сегодня на канале Genetic с нами Зуфар, чемпион России в категории свыше 100 килограмм и, естественно, чемпион Питера, потому что какой чемпион Питера потом не выигрывает Россию? Да, потому что Питер – это очень сильный, сильный город, сильный бодибилдинг. Зуфар, здравствуй. Здравствуй. Ребята, Зуфар для вас расскажет о том, как он готовится к турниру. Знаете, какая красивая кофта. Мы прислали ее в Чиранское, понимаю, да, пришла она? Да, она пришла вчера. В рамках подготовки к Siberian Power Show. Зуфар, сколько осталось времени? Ой, где-то 4 недели примерно. 4 недели, уже финальная стадия? Да, уже финальная стадия, уже все. Скажи, как ты оцениваешь... На автопилотах уже. А на автопилоте? Как оцениваешь свою форму по сравнению вот с прошлой подготовкой к России? Честно, тяжело на самом деле. Так с осени и сразу весна, поэтому я никогда еще так не делал. Ну, посмотрим. Сейчас вот более-менее, просто я переболел еще. Не знаю, нужно это говорить. Это интересно. Да, чем да, приболел? Да. Простуда? Да, не коронавирус. Ой, кстати, вообще, что думаешь про это? Больше хайпа или реально? Да, нет, конечно, это вброс очередной, вот и все. Перевод внимания? Конечно, все правильно. Скажи, пожалуйста, сейчас у тебя по питанию какой режим? Ну, в принципе, углеводы сложные, белок, клетчатка, зелень. Ребятам нужны цифры. Поверь, ребятам им очень интересно. Ты категория свыше 100. Таких, как ты, практически в России-то не осталось. Такой, знаешь, вымирающий вид бодибилдера свыше 100 килограмм. Ну, в принципе, сначала, когда садился на сушку, то есть максимально ел сложные углеводы, сколько просто мог. Сколько это в граммах? Примерно грамм... 500. Это твоя сушка? Да. 500 грамм углеводов. 500 грамм углеводов сложных, да. Но из них все равно берется дикий рис, потому что самый такой нормальный. Любимый? Булгур и дикий рис, да. То есть я чуть-чуть не довариваю его специально, поэтому. Сейчас уже чуть-чуть урезал на всякий случай, потому что чувствую, что могу не дойти, если буду есть только поэтому. Каким весом ты планируешь подойти к Сибириану? Пока не знаю. Сейчас был я 118-119. Даже не знаю. Посмотрим, как перелет, потому что у нас там перелет с пересадкой еще пересадка будет. Пересадка у нас? О, к сожалению. То есть все развлечения. Ты под сам турнир прям прилетаешь, или у тебя будет? Честно, не помню. Вроде как 6-го вылет. Угу. Получается, наверное, 6-е, там, 7-е. Наверное, за день. За день. За день где-то, да. А... это твоя идея или Борис Борисович предложил участвовать в Siberian Power Show? Как это сейчас сложилось? То, что ты говоришь, первый раз так делаешь, да? Мухаммед подсказал. Мухаммед предложил просто осенью. Я спросил, куда готовиться уже, то, что осень закончилась. Он говорит, давай на Сибири. После Сибириана ты будешь до Европы ждать или какие-то планы? Питер, Россия, Европа. То есть все турниры? Петербург, Россия, скорее всего, да. Европа. То есть это 4 старта. И длинный сезон получается. Белка. Сколько ты потребляешь? Белка каждый просто прием пищи. Это шестиразовое, пятиразовое питание. То есть я даже особо-то не взвешиваю так, чтобы я просто наелся. Чтобы ты был сыт. Ты особо не считаешь белок. Ну, примерно могу сказать, сколько я ем. Это где-то там килограмм грудок, например. Килограмм грудки. И, например, какая-то рыба. Там полкило. Ну, протеин я уже не пью. Отменяешь, да? Ты протеин убираешь? Ну, сейчас что-то подобрал, да, пока. Аминокислоты? Аминокислоты, да, вот пью. В рационе идут? Ну, да. Ну, это во время тренировки такое. Ага. Так, БЦА с утра там. Ну, все стандартно, наверное, как у всех. Я просто вижу, смотрю на форму, когда что-то ем, то есть я если не вижу какого-то... Динамики? Отдачи, да, динамики, то я не юзаю ничего. Я уделяю большое количество добавкам всяким, то есть там витаминам, омеге там, таким еще. Сколько омеги ты ешь? Ой, нет.
У меня концентрация 340 на 240, я ем таких 6 капсул в день. Угу. То есть 2 грамма омеги у тебя выходит? Ну, это примерно 2 грамма омеги, не считая там рыбы. Да, да, правильно. У тебя низкожировая, среднежировая. Нет, вот, когда я урезаю углеводы сложные, то есть я поднимаю жиры. Угу. То есть получается вот так. Там ешки, дышки, очень много D-витамина пью, то есть 20 тысяч. 20 тысяч. У тебя постоянный прием или именно на подготовке? На подготовке. Так-то 10 тысяч где-то. Это... Прямо я вообще не убираю его. Угу. Ну, в нашем, на самом деле, климате убирать витамин D тоже смысла нету точно. Плюс да. Всякие ешки там, ашки, бэшки там, да. По воде сколько? Ну, надо делить свое тело напополам, и получается целое число. Вот столько нужно пить воды, ну, в идеале. Угу. То есть, например, если человек там 100 весит, пополам делим, получается 5 литров воды. И вот ты так рассчитываешь, да? Да, да, примерно считаю. То есть 120, 120. Ну, будем так, да, говорю. Но сюда до 6 литров я дохожу. А у тебя перед тем, как подводка твоя, ты эти 6 литров будешь еще увеличивать для усиления диуреза? Ну, максимально, да, я до увеличу воду. До скольки ты доходишь? Или планируешь дойти? Ну, может, так же 7. В принципе, больше не получится, потому что и не поспишь нормально. Угу. Там все знают, кто пьет много. То есть у тебя просто будет плюс литр, да, то есть ты вот не будет 10 литров воды. Не-не-не. 10 литров, я думаю, это слишком быстро будет успевать вымываться минералы, мне кажется. То есть добавить начнет сводить. Да, придется постоянно, то есть подкидывать их. То есть грузиться надо тоже, чтобы углеводы, например, медленно усваивались. Нужно добавлять какие-нибудь жиры там. Там кокосовое масло. Вот. А твое любимое какое масло, что ты вот любишь больше всего? Ну, вот, не знаю, Мухаммед приучил мне кокосовое масло, очень удобно, очень вкусно, то есть в рис его добавляешь немножко и кушаешь. Такая тайская кухня получается. Да, и вкусно как бы, и так, ну честно, когда на сушке еще и с кокосовым маслом, то совсем вкусно. Да, реально вкусно. Ребята, есть куча вариантов разных. И масел, во-первых, потому что есть масло грецкого ореха отдельно продается, виноградные косточки, все эти растительные масла. Будет шикарно, если вы будете добавлять ваши углеводы при загрузке. У нас вообще, честно, я извиняюсь, что перебил. У нас очень плохо уделяют вообще диетологии внимание люди. То есть знают углеводы и белок, и вода, да, и растения. Все. Овощи. То есть жирам уделяют вообще внимание мало. А все, кто тренируется, так скажем, посерьезней, если так можно назвать, то они все понимают, что жиры, они способствуют лучшему раскрытию, так скажем. Да вообще всему. Да, ребят, мало того, поймите, что жиры вообще это ваша клетка. Ваша мембрана клеточная состоит из липидов. Ваши гормоны состоят из липидов. Если у вас будет дефицит жиров, то здоровье ваше пошатнется очень быстро. Тут Зуфар очень верно говорит. И зачастую жирам уделяют мало внимания, потому что людей запугали. Может, как бы жир страшно, жир вредно, холестерин вообще ужас, все умрем. А все жилки нижние еще до кучи. Ну, мне кажется, надо тоже, и, может, и выпуски там делать почаще, по возможности, там, по питанию, может быть, больше уделять. В основном-то, честно, форму люди могут нормально делать, просто питаясь хорошо. А у нас люди смотрят, что там корзину покупают, то есть. Слушай, вот ребята часто спрашивают, очень много ребят интересуют. Как ты считаешь, можно ли в категории men's physique на уровне России парню одаренному генетически, то есть с нормальными широкие плечи у него, да, от рождения, может ли он без фармакологии взять высокое место? Ну, men's physique, во-первых, какого возраста и какая у него была жизнь. Если он занимался спортом с детства. А он хочет, так, давай так, он не занимался, ему 20, он хочет в 26 стать чемпионом своего региона. Ну, сейчас с 20 до за 6 лет, конечно, сегодня. Без химии? Да, конечно. Так это зачем химии-то? Возможно, ты готовить пару пацанов без химии? А готовишь онлайн вообще, ребят? Да, ну, помогаем. Обращаются, да, к тебе? Да, обращаются, конечно. Фар, как собираешь себе тренажер? Ты сказал, снится сцена, плохо спишь. Расскажи, ты листал список конкурентов на турнире? Да, конечно. То есть ты из тех спортсменов, кто смотрит? Да, конечно, изучаю. Подписан всех на ребят? Да, ну, не знаю, на всех. На всех, может, не знаю, но на основных лидеров, конечно. С кем ты, думаешь, будешь в основном бороться? Ну, все знают, это все чемпионы России, то есть Сазонов Михаил и Тронов Алексей. Это основной соперник. Ты с ним уже встречался на сцене? Да. Да? В 2018 году в Красноярске. Чем закончилось? Ну, мы в тройке попали, я третий, они второй, первый они. То есть у тебя вендетта практически будет? Ну, можно сказать так.
Отдельное огромное спасибо от нас Зуфаром Денису Киюцу за то, что он придумал Siberian Power Show, развивает Siberian Power Show. Это настоящее безумие и отвага, то, что делает Денис. Поэтому лично я решил его поддержать в этом всеми своими силами. Спортсмены готовят свою максимальную форму, выжимают из себя все. Вот Зуфар буквально тут недавно переболел. Он уже сегодня опять на тренировке. Он пашет, потому что... Ну, у него понятно, у него еще личная вендетта на Сибириане случится. Но я, конечно, буду болеть за пиццу этих ребят, за Зуфара, за Саню Эскина. А Крылов что у нас? Крылов. За Крылова я не буду болеть. Бесполезно, все равно не выиграет. Поэтому не буду за него болеть. Но Димка веселый. Димка веселый. Зуфар, я не могу не спросить. У тебя довольно-таки узкий хват, тем более ты широкоплечий парень. Не, это я сейчас просто схватился. А, сейчас тогда работаешь? Мне просто не взять ее. Мне надо ее на что-то поставить, чтобы ее вбрать. Подставочки нужны? Ну да, да. Я думал специально, вот чем обусловлен такой узкий хват. Не-не, наоборот, я стараюсь, наоборот, это тоже. Шире, вижу тут острый угол. Все, ребят, два работы широким хватом, это просто ему неудобно. Да. Просто видишь, тут повыше, отсюда хоть как-то взяться, оттуда не взять. Можем пятерки подложить под эти подопоры? Мне кажется, даже десятки лучше положить. Десятки? Давай. Мы пока плавненько модернизируем тренажер. Вместе, опа. Натушки, ты работаешь с весами субмаксимальными или переходишь на средний режим? Как у тебя выстраивается тут? Я просто работаю, как, может быть, и все, пока не упрусь, просто в 12 повторений, в 10-12 повторений. То есть у тебя диапазон 12 повторений? Отказ первой степени, да, получается, когда ты не можешь делать уже динамическое движение. Да, то есть я делаю, например, 11 тяжело, 12 уже упираюсь, и значит все. Время под нагрузкой как-то ты отслеживаешь? Или ты... Ну, примерно в голове 20-30 секунд, как и все. То есть динамика такая, да, получается? Да, да. А режим получается у тебя на раз-два, да? То есть такое, без ускорения. Как относишься к альтернативным федерациям? Ой, а я как-то читаю и не понимаю каких-то вещей. Кто-то серьезно относится к ним, кто-то несерьезно. Самое главное, чтобы они делали здоровую пропаганду спорта и все. Вот. Только самое главное, пропагандируйте спорт, здоровье, силу, красоту-то. Настоящую, а не так, на словах. А так, в принципе, ничего плохого не вижу. То есть, ну, ты вообще, ну, конкуренция, это хорошо вообще? Ну, конкуренция всегда рождает более лучший результат. Угу. Если не будет конкуренции, не будет никакого двигателя прогресса, так скажем. А просто любовь к спорту. Ведь конкуренции раньше не было, по сути, а что-то двигалось. Будет быстрее просто, как мотор? Да. Ну как, все равно на уровне, все равно люди же смотрели за океан там. Угу. Как там выступают, как там выглядят. Какие у них там залы и тренажеры, это все равно поспособствует. Слушай, мне кажется, когда иностранцы приезжают сюда и видят Спортлайф, они думают, вот бы нам такой зал. А я разговаривал с человеком, который вот жил в Штатах много, тренировался мы вот в Москве в Спортлайфе, он говорит, что хаммеры там ушатанные вообще, у нас то есть хаммеры вообще. Это не реклама. Мы привезем на Siberian футболки генетикские, какую-то часть мерча, которая есть. И что не продадим на Siberian, если останется, привезем в Тюмень на чемпионат России. Поэтому все, кто хотели футболки, вот приходите на соревнования. Приходите на соревнования, мы сделаем огромные скидки в диапазоне 50% на одежду. Но только для тех, кто ходит на турниры по бодибилдингу и поддерживает спортсменов. Потому что нечего все дома сидеть. Потому что что? Потому что на турнирах по бодибилдингу есть девчонки в бикини. Если уж не на качков смотреть, то на девчонок можно. Вот. Потому что больше вы их нигде таких не найдете стройных. Ну, у нас, видишь, народ, как он? Он покупает баночку и думает, что... Одну, да. Да, и с одной баночки там. Я не к тому, что должны там закупать 20 банок. Должно же проходить, это называется курсовая терапия. Знаешь, ну тут, мне кажется, есть и во многом ответственность и ошибка производителя. Многие обещают несбыточные результаты.
То есть, да, обещают, что там БЦАшки, банка взорвут ваши мышцы. Ну, как можно с 200 грамм БЦА набрать 2 килограмма мышц? Ну, 200 грамм в 2 килограмма не превращаются ни в каких вот условиях. То же самое там, ну, зима. Зима – потрясающий препарат. У большинства мужчин нехватка, ребята, цинка. Но дефицит цинка в организме мужчины восстанавливается от 3 до 6 месяцев приема. От одной банки зима ничего не будет. Но это по-честному. То есть, даже если вам врач порекомендовал, он скажет, тебе придется пить его 4 месяца. Магний, да, вот магний за 3 месяца, ой, за 3 недели. Магний начнете пить, у вас там вот эти проблемы из-за нехватки магния, они пройдут быстро. С цинком не так. Тут тоже часто, и производители тоже врут. Пытаются пообещать то, чего не будет. А еще потом, такой, видишь, еще такой не то, что миф. Все считают, что ладно, я не буду брать спортпит, я возьму продукты в магазине, которые, напомню, везутся для того, чтобы они хранились там какое-то время. Не просто напичканы там чем-то, они выращены на скорую руку. И думают, оттуда вытащат какие-то элементы. Там, к сожалению, их не хватает. К сожалению, да? Конечно, если сами не занимаются агропромышленностью, я думаю, вряд ли они сами сажают что-то. Ну, кроме стариков, может, я не знаю. Вот. Поэтому, ребята, если вы хотите выиграть Россию, у вас цель такая, вы хотите быть накачанным, прям здоровым парнем. Прям вот каждый из вас может. Бодибилдинг – такая вещь. Это, да, спорт. Если вам не нравится слово «спорт», называйте вид физической активности. Но это огромная наука. А что в науке здорово, наука не дает практически осечек. 2 плюс 2 всегда 2. У одного быстрее, у другого дольше. Но все равно будет на выходе 4. Вообще, я говорю, бодибилдинг – это спорт. Потому что спорт, слово, переводится как спор с телом. Поэтому надо не забывать, что есть каждый день человек спорит со своим телом. Ну все, ребят, давайте в комментариях пишите все-таки, бодибилдинг – спорт или не спорт? Или бикини. Вот бикини – спорт или не спорт? Ты как считаешь? Ну, есть конкурсные, да, виды спорта. Нет, поэтому, мы не наверное, рассматриваем, что конкурс, не конкурс. А просто вообще как девчонкам, потому что они занимаются спортом в зале. Ну, я не совсем, может быть, смотрю. Есть, правда, видел девочек, которые, да, именно занимаются спортом, но из этого, к сожалению, дезинформируемых девчонок. И все под одну гребенку начали из этого делать, может быть, самый просто как элемент красоты больше. Вот. А так, да, женственный вид спорта, что говорить, красивый. Просто хотелось бы, чтобы преподносили его красивее, что ли, правильнее немножко. Не просто одной пятой точкой там, может быть. А как-то больше тоже рассказывали девушкам, какие травмы, проблемы со здоровьем были, что они прошли там. А не просто фотки одного места. Фотки одного места. К сожалению. Соль. Как ты поступаешь с солью? Так, соль. Ну, соль вообще штука опасная. И все, что я поставлю. Просто опасно убирать соль. Опять же, тоже теряется объем у многих. Многие про это забывают. Ну, не многие, мне кажется, уже многие это ее просекают, тоже читают, знают. Поэтому соль я не убираю до последнего практически. У тебя есть стабильно, или ты в конце увеличиваешь объем соли? Или снижаешь? Не-не, я просто стабильно ем, а потом буквально там за какие-то там сроки, там, ну, буквально чуть-чуть за несколько дней она урезается. Ну, за последний день, может быть, она убирается. Опять же, все зависит от формы, от какой. Если ты в хлам, сухой, резной, я не вижу смысла еще что-то человеку урезать, чтобы ему совсем плохо не стало. Поэтому много мифов, то, что говорю, бодибилдинги вредят там такие вещи или такие вещи. Просто вредит элементарный пропуск каких-то обычных вот таких вещей. То есть натрия, калия. Вот основной эффект мочегонок. Вот почему я не использую. Очень быстро вымывают эти вещи, что начинаются судороги. Еще, ребят, большая ошибка часто. Вы используете калий, сберегающие мочегонные, и при этом фигачите панангин, в котором есть калий. И у вас происходит Да-да, все поняли. Как по-русски сказать? Избыток, короче, калия у вас в организме. Да. Гиперкалемия, господи. Не произнес нормально, не выспался. Так вот, от этого у вас судороги. Вы думаете, у вас судороги от мочегонного, а нифига, у вас судороги от того, что вы принимаете против судорог. Вы когда бы читаете это препараты, то, что вы в себя вообще колите или кушаете, почти везде есть инструкция. Вот вообще почти везде есть инструкция. Вот верошпироном кто-то сливается, да, там, кто легкие категории, там, мэнс физик, девочки, нужно фотографироваться, да, и он накопительный, дольше можно его принимать, он безопасный весьма. Только вы начинаете его принимать за неделю там соревнований, а там инструкцию так открываете, а в инструкции написано, что накопительного действия к концу второй недели. Как бы, даже не надо быть умным.
Всего лишь уметь читать. Ну, ну бывает, может быть, кому-то некогда почитать. Таблетку съесть есть время, да? Да, и в Инстаграм отсняться есть время. А, в Инстаграм точно. А ты в бодибилдинге изначально или ты с какого-то вида спорта перешел? Нет, я с дзюдо перешел сначала. Дзюдо занимался до 16 лет, потом армрестлингом немножечко совсем так пробовался. Ну и всегда всю жизнь просто нравился бодибилдинг и пошел в бодибилдинг. Просто говорю, этот спорт очень классный, ты тут никого не обижаешь и становишься сильнее. А в любом другом виде спорта нужно сделать другому больно, чтобы выиграть. У тебя прям философски. Ну да. А здесь тихонечко сам с собой работаешь, и в первую очередь самое главное, что ты борешься сам с собой. Так, классная номинация, очень нравится, это классик физик, которая велась. Она прямо такая, мне кажется, самая, ну, привлекательная для формата мужчин. То есть не бодибилдинг большой, да? Ближе к реальному. И не классический совсем, знаешь, что когда там слишком диета. Там и тоже, конечно, диета, но она такая прям вакуум, все дела, ножки, глубина, супер. Категория очень красивая. Но, прости, тебя не светят. Ну что, друзья, с вами был Зуфар. И от него мы попросим вам напутствие. Как обычно, от всех атлетов мы просим в конце ролика. Так, занимайтесь спортом, никогда не бросайте. Как бы тяжело в жизни не было, какие бы проблемы не было, всегда оставайтесь в зале. Зал всегда вам поможет преодолеть и трудности, и проблемы. И переключит вашу голову там всегда на что-то хорошее. Занимайтесь всегда созидательными вещами, то есть не разрушительными, а созидательными. Старайтесь всегда больше строить, а не рушить в этой жизни. Все будет хорошо. Спасибо тебе огромное. Мне было очень приятно с тобой снять ролик. Мне было очень приятно тебя слышать, именно слышать тебя. У тебя очень здравые мысли. Приятно, что есть такие культуристы. Ребята, смотрите, берите пример с вот таких вот парней. Это достойные люди. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подпишитесь на канал, расскажите друзьям. Long life, bodybuilding.